До Олимпийских игр в Сочи остаются считанные дни. В городе все готово. Да и могло ли быть иначе, когда на подготовку было потрачено более 50 миллиардов долларов? К Олимпийской деревне вопросов нет. Однако не является ли сам Сочи потемкинской деревней Владимира Путина? Все ли ладно за красивым фасадом? Олимпиада – это, безусловно, хорошо, потому что это, во-первых, мы можем показать, на что русские способны, что они могут сделать вот из практически ничего, могут сделать такую классную Олимпиаду, такую классное мероприятие, как вот Олимпийские игры 2014. О национальной идее нам говорили очень многие молодые люди. Правда, в горном кластере «Роза Хутор» эта идея почему-то воплотилась в сугубо альпийских декорациях. По качеству катания и уровню сервиса сочинские горнолыжные курорты, скорее всего, не будут уступать европейским. Но как убедить в этом самих европейцев? Я надеюсь, по крайней мере, у руководства стоят умные люди, которые не допустят, например, высоких цен, будут расширять курорт и дальше, выше. Горы у нас тянутся где-то километров 25-30, все склоны катаемые. То есть потенциал для застройки очень великий. Что касается цен, то в местном кафе мы за 6 небольших чашек кофе заплатили 1010 рублей. Это около 20 фунтов стерлингов. Отдых в Австрии обойдется, пожалуй, дешевле. Зато профессионалам здесь очень нравится. Все очень здорово. Трасса очень хорошая, лед качественный, погода просто прекрасная, необычная для бобслеистов. Мы привыкли к очень холодным температурам, а здесь непривычно тепло. Честно признаюсь, когда мы сюда приехали, я немного нервничала, потому что слышала разные истории. Мне говорили, русские очень грубые, будь осторожна. Но все здесь очень хорошие, всегда готовы помочь. По статистике, окончательная стоимость Олимпийских игр обычно превышает первоначальный бюджет в 2-2,5 раза. В России скачок произошел в 5 раз. В одном из своих докладов Счетная палата напрямую обвинила должностных лиц Олимстроя в необоснованном увеличении сметной стоимости олимпийских объектов. В конечном итоге мы с вами все цивилизованные люди, есть презумпция невиновности, так сказать, мы понимаем, что факты коррупции, хищений там, так сказать, и так далее – о них можно говорить только тогда, когда состоялось решение суда, и кого-то признали виновным в этих хищениях и так далее. И все правоохранительные органы, прокуратура считают делом чести. Они должны оправдывать свою заработную плату, так сказать, да, специальные подразделения работают на эту тему. Делом чести найти хищение, найти злоупотребление там, и так далее. Отвечаю, что по состоянию на сегодняшний день фактов массовой коррупции на миллиарды долларов, как, так сказать, так, как говорят, так сказать, никаких фактов таких нет. В 2007 году российский бизнесмен Валерий Морозов строил в Сочи ряд олимпийских объектов, а в 2011 приехал в Британию и в рекордные сроки получил статус беженца. По его словам, причиной его конфликта с российскими властями стала коррупционная схема, в которую его пытались вовлечь. Я отказывался завышать цены, а мне требовали, чтобы еще миллиард мне прибавить. Ну, я не мог его истратить в рамках тех цен и расценок, которые были у государства. Я понимал, что у меня государственный контракт. И в случае проверки, ну, у меня 2,5 миллиарда – это нормальных рублей денег, которые я могу истратить, а у меня еще миллиард лишний. Да? Меня заставляют этот миллиард вернуть. Но те субподрядчики, которые мне дают, чтобы этот миллиард раздербанить, да, который мне дает заказчик, говорит, вот через них заплати им и так далее. Вот эти завышения цены, я уже их у них деньги не получу. Мне надо выбирать, или таким, как я. Или завышать цены, и тогда ты становишься все объектом любого шантажа. Ты уже никуда не денешься, потому что ты никогда не вернешь эти деньги, это значит тюрьма. Или тебе надо сопротивляться. Еще одна цена Олимпиады – люди, их удобство. Наверняка и в Ванкувере, и в Лондоне, и в других городах найдутся те, кого раздражала суета и переустройство в родном городе. Это неизбежно, но чувство очень многих сочинцев простым раздражением не назовешь. Месяц назад здесь стоял дом, в котором мы жили. Здесь было 3 этажа, подвал, здесь жили люди. У нас было 2 детей из детского приюта, которых год у нас жили, 5 и 10 лет. И мы думали, что мы счастливы. И вот 1 октября к нам пришли люди без предупреждения, стали пилами срывать крышу, стали ломать дом. Вот остались фотообои детской комнаты,
Мы клеили ее вместе с детьми, потому что хотели, чтобы ребятам было уютно и хорошо. Остались одни руины. Первое время, как бы, мы не знали, жить дальше или нет. Дом Анжелы находится не в имеретинской низменности, откуда людей выселяли под строительство объектов. Она попала в другую категорию – тех, чьи дома были разрушены по решению судов, прошедших без ведома домовладельцев. Местные власти сочли, что дом был построен с нарушениями. Но Анжела считает, что дело вовсе не в доме, а в земле. Отсюда открывается хороший вид, до лучшего пляжа в Сочи полчаса ходьбы и всего полкилометра до резиденции Владимира Путина. В случае с Анжелой схема следующая. Чтобы отобрать у законного владельца землю, ему предъявляется счет за снос здания. В данном случае это 3 миллиона рублей. Выплатить сразу такие суммы, как правило, никто не может. И в счет долга отбирается земля. Когда я обратилась в суд, понять, что же на самом деле происходит, я обнаружила, что в папке суда, в решениях суда, есть документы фальшивые, которые я не подписывала. Одним из таких документов было ходатайство, что якобы я прошу провести заседание судебное относительно сноса дома без моего участия. Это было год назад. Я в суде заявила, что это фальшивый документ, однако суд не сочел нужным делать графологическую экспертизу, но я для себя ее заказала. Я была на нескольких встречах, когда администрация и мэр города Пахомов проводил для жителей Сочи. И лейтмотивом таких встреч, как правило, бывает то, что они говорят, если вам что-то в Сочи не нравится, уезжайте в другие регионы. Дорого жилье? Уезжайте. Не нравится, как повороты на Донской сделаны? Уезжайте. Сегодня город позиционируется как с двух точек зрения. Это город для отдыха людей в погонах и жителей богатых. Это самый теплый город России, комфортный климат. И поэтому сегодня всем, кто чем-то недоволен, просто предлагают отсюда уехать. Правда, искать негде, собственно. Может быть, власти Сочи используют ситуацию с олимпийской стройкой без ведома московских супервайзеров? Я вполне допускаю, конечно, проект огромный, так сказать, да, вполне допускаю, что где-то могут быть злоупотребления, но ситуация с точки зрения контроля за деятельностью, так сказать, этих людей, мы там часто бываем, я бываю, часто президент бывает, председатель правительства бывает, так сказать, да, все такие факты, они были где-то там, так сказать, да, было... Торопились строить, там, так сказать, да, чтобы ускорить реализацию проекта, так сказать, да, может, раньше времени, не пройдя все процедуры, там, так сказать, да, приняли решение о сносе дома или сносе ограждения. Там. Если вот за все время, за 7 лет, там, так сказать, да, там, ну, мне пришлось рассматривать там, ну, десяток конкретных жалоб, по ним все жалобно нарушение местными чиновниками прав граждан, вот, они все права восстановлены, люди все довольны, поэтому десятку жалоб, но это всего 10 в 400-тысячном городе. По данным правозащитников, в положении Анжелы в Сочи оказались около 2000 семей. На строительство олимпийских объектов российские власти привлекли 80 тысяч рабочих из ближнего зарубежья. Но они больше не нужны. Избавление от них вполне официально называется зачистками. Вот пришли в приемную мигранты, сдали заявление, что вот там у них трудовые проблемы. Через час они мне звонят. Ну, они ушли, через час звонят с рынка. Они пошли купить себе продуктов. Их задержали казаки вместе с полицейскими, посадили в автобус, и они мне говорят, вот мы сидим в автобусе. Вот. Но я понял, что их привезут в отдел полиции, который вот здесь вот рядом находится, и я пошел туда их ждать. Там вместе с ними еще было человек 20. Я вижу полицейского, который несет их паспорта, целую пачку. Я подхожу к нему и спрашиваю, говорю, почему вы задержали этих людей, какие у вас основания? Он говорит, а мне приказ задерживать всех лиц узбекской национальности. Нам удалось проследовать за утренним патрулем по отлову мигрантов из Сочи в Адлер. Группа состоит из сотрудников Федеральной миграционной службы, полицейских и казаков. Казаков к зачисткам привлек губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Некоторые делают это на добровольных началах, некоторым платят из регионального бюджета. Ежедневно задерживаются сотни мигрантов. По понятным причинам мигранты не спешат приглашать журналистов к себе домой. Ильхом Жон и его товарищи сделали для нас исключение, потому что почти никуда не выходят из своей однокомнатной и плохо приспособленной для жизни пристройки. На работу ездят на такси, а за продуктами идут, когда стемнеет. Раньше их было 10 человек. Недавно двоих задержали и выслали. Их остановили полицейские. Остановили и попросили документы показать. Они все показали документы, у них все было в порядке, потому что на день раньше я лично их документы сам проверял.
потому что к той фирме, которой, где мы работали, нам надо было копию дать. И я лично смотрел, что у них все в порядке. Мы налоги оплачиваем, там, у нас есть годовая регистрация, есть разрешение на работу, миграционная карта, где пересекали границу, российскую границу. Все есть. Безусловно, нарушение визового режима неприемлемо нигде, и жить без документов в чужой стране не позволено никому. Однако из Сочи людей высылают, даже если у них все документы в порядке. Я вполне допускаю, что, так сказать, да, могут быть какие-то там единичные факты, где кого-то обидели, необоснованно там привлекли к ответственности. Да. Но для этого у нас есть суд. Ситуация была такая, что в день рассматривали, один суд рассматривал 30-40 человек, суды проходили там в течение 5-10 минут, и вот рекорд я видел, человека завели и вывели в течение 50 секунд, то есть минуты не прошло, уже принято решение о его выдворении. Естественно, суд не может разобраться в течение такого времени, изучить все документы, выслушать мнение сторон. Как и гласит слоган Сочинской Олимпиады, игры без сомнения будут и жаркими, и зимними. Вопрос, все ли в России считают их своими, учитывая, какой ценой они были организованы. Анастасия Успенская, BBC, Сочи.